Здравствуйте! С вами снова интернет-магазин antilife.com.ua. Я уже записывал на эту модель распаковку, где я показывал комплектацию. Модель называется Huawei Ascend P6. И сейчас я готов записать для вас полноценный обзор, где я расскажу все моменты, которые я узнал про эту модель. Во-первых, я хочу вернуться немножко к корпусу. Как я уже говорил, модель покрыта защищенным стеклом Gorilla Glass. Вот эти вот торцы все металлические. Вставочки между торцами — это пластик. Сзади крышка бывает белая, черная. Она тоже металлическая с напылением. И вот эта вот выступающая нижняя сторона здесь и здесь — это матовый пластик. Вот такой вот бампер поставляется в комплекте. Я уже показывал, как он одевается на эту модель. Начнем, конечно же, обзор с технических характеристик. Для этого я установил на данную модель программку Antutu, которая нам покажет все возможности. В Antutu данная модель набирает 15116 баллов. Это, в принципе, хороший результат. Но я могу сказать, что процессор у данной модели не стандартный, не такой, как мы все привыкли, MTK. Здесь процессор от производителя Silicon K3V2E. Прошивка у нас здесь Android 4.2.2, она графическая, графически преображена, это фирменная оболочка Emotion UI 1.6. То есть дальше я об этом немножко расскажу. Значит, разрешение экрана у нас 720 на 1184. У нас 8-мегапиксельная камера задняя, 5-мегапиксельная камера фронтальная. По памяти здесь расположены 2 гигабайта оперативной, встроенной 8, из которых доступно примерно 4, если даже не меньше. Карты памяти поддерживает до 32 гигабайт. Кстати, карта памяти вставляется вот сюда. Процессор у нас работает с 4 ядрами. Частота колеблется от 200 до 1500 МГц. 4,7 дюймов дисплей у нас в данной модели. Матрица у нас IPS. Плотность точек 320. Вес данной модели 120 грамм. Ширина данной модели 6,18 миллиметров, это очень классный показатель для такого уровня смартфонов. Это один из самых тонких смартфонов в мире на данный момент. Идем дальше. Давайте посмотрим, какие есть датчики у данной модели. Для этого запустим программку Z-Device Test и посмотрим. Значит, у нас есть GPS, Wi-Fi, Bluetooth, само собой компас, акселерометр, датчики приближения, датчики освещенности. У нас есть полноценный гироскоп, вот он. То есть это означает, что в современных играх мы сможем полноценно, нормально играть, кататься, стрелять и тому подобное. Также я хотел вам показать, сколько точек касания у данной модели. У данного смартфона их 10. Что довольно-таки хороший показатель для размера дисплея 4,7 дюймов. Особенностью данной модели, конечно же, можно считать прошивку софт данного аппарата. Это фирменная оболочка Emotion UI 1.6. Это не стандартный Ice Cream Sandwich Android. Это, ну, то есть фирменная оболочка, как я уже сказал. Разблокировка начинается у нас вот с такой картинки. Мы можем перейти как на рабочий стол, так и в камеру. Здесь у нас сразу же есть несколько активных рабочих столов. Отмечу, что входа в меню как такового здесь нету. То есть можно войти в настройки и посмотреть все основные параметры и изменить все, что нам нужно. Обращаю ваше внимание на то, что данная модель имеет корпус без сенсорных кнопок. Вот эти вот кнопочки, они располагаются уже непосредственно на экране и выполняют свою функцию. Однако их можно убрать вот такой вот кнопкой и растянуть все изображение на весь экран. Вернуть обратно их можно вот таким вот движением, и они появляются. То есть это работает и в играх, и в фильмах, и где только угодно. Здесь у нас есть вот такая вот меню, которая опускает нас, основные меню, основные настройки. На разных прошивках
Эта менюшка работает по-разному. Так, идем дальше. Давайте зайдем информацию о телефоне. И здесь мы тоже сможем увидеть все те характеристики технические, которые я вам показывал через программку Antutu. Хочу обратить ваше внимание на настройки данного аппарата вот в меню. Значит, начинается все тут стандартно. Это режим полета, Wi-Fi, Bluetooth, звук. По поводу звука. Я вот хочу софтовые моменты объединить в данный раздел. Во-первых, тут есть звуковые интересные настройки. То есть, когда мы подключаем наушники, либо какие-то внешние звуковые устройства, тут есть различные настройки аудио и видео. То есть, можно как изображение изменять, так и аудио настройки менять. Там, то есть, режим воспроизведения аудио, там, музыкальные, точнее, танцевальная музыка, электронная, там, классика и тому подобное. Идем далее. Экран. Экран у нас обладает действительно очень высоким запасом яркости. Можно использовать вот так вот телефон, ну и способен вот у нас он работать вот так. Я ставлю вот так вот, мне так комфортно, и вам так комфортно тоже, кстати, просматривать. Также в софте есть вот такая вот функция цветовой температуры, где мы можем выставлять экран, чтобы он отображал более холодные цвета и более теплые. Мне, в принципе, нравится, как он отображает цвета в стандартном режиме по умолчанию. Идем дальше. Здесь у нас есть память. Память по поводу памяти, в принципе, тоже можно сразу сказать. 8 гигабайт у нас встроенная память доступна для пользования порядка 4,7. Что на эти 4,7 можно записать? Можно записать одну какую-то большую игрушку. На вторую игру просто-напросто места не хватит. Особенность данного аппарата, возможно, особенность данной прошивки является в том, что если мы вставляем карту памяти на данное устройство, то кэш для больших игр мы не сможем считывать с этой карты памяти. То есть используется для игр именно своя внутренняя память устройства. Также есть стандартный индикатор батарейки, в принципе, тут все понятно, все логично. Есть диспетчер питания, где мы можем отследить любые настройки по энергопотреблению, мы можем выставить энергосбережение, снизить частоты процессора и тому подобное. Очень нравится мне функция движения. Тут есть стандартные три функции. Это перевернуть, когда телефон у вас звонит, вы можете перевернуть и отключить звук входящего звонка. Взять функция, возьмите телефон в руки, чтобы уменьшить громкость звонка. То есть, когда вам звонят, телефон лежит на столе, вы его берете в руки, и у вас звук автоматически утихает. Ну, естественно, функция поднести к уху, это значит, что когда идет входящий вызов, вы просто подносите телефон к уху, и он автоматически принимает у вас вызов. Также по софту отличная программка, вот управление приложениями. Это, в принципе, стандартная программа, откуда можно перемещать любые там документы, игры, файлы на карту, либо на память телефона. Понравилась мне даже также функция диспетчер прав. То есть это приложение, которое позволяет нам заблокировать те или иные программки, заблокировать всплывающие сообщения или наоборот разблокировать. То есть, ну, это удобная программа для пользования, именно уже для пользователя этого телефона. Естественно, язык у нас полноценный русский, тут вообще никаких проблем нет. Панель уведомлений, также можно настраивать эту функцию. Интересная функция данной модели – это работа в перчатках. Дело в том, что данная модель имеет сверхчувствительный сенсор, и действительно зимой вы сможете, к примеру, в легеньких перчатках, ну вот, например, вот такого формата, вы сможете пользоваться данным экраном без проблем, и все будет реагировать. То есть тут у данной модели сверхчувствительный сенсор, и поэтому зимой вы сможете достойно, нормально пользоваться данной моделью. Как только немножко не нормально реагирует, потому что перчатка одевается и свисает потом с пальца. Сейчас попробую еще раз. Если же эту функцию отключить,
то перчатки работать просто-напросто не будут. То есть это для зимы это довольно-таки удобно. Раз уж я сказал про зиму, скажу также, что так как модель имеет металлический корпус, то греется она тоже довольно-таки серьезно. Именно поэтому будьте готовы, что в зимний период это будет ваша маленькая батарейка, которая будет вас греть. Итак, по прошивке мы прошлись, в принципе, все тут ясно, все интересно, все хорошо. Листаются рабочие столы с анимацией. Также хочу отметить, так как многочисленные комментарии поступают о том, что я забываю всегда проверять OTG-функцию, OTG-хост USB. В данной модели оно все отлично работает. Вот мы подключили флешку, подготовилась у нас память. И вот мы вынимаем, и нам напишут, что SD-карта неожиданно извлечена. Так, с этим разобрались, идем дальше. Экран. Что же у нас представляет экран? Это 4,7 дюймов, это HD разрешение 720p. И это шикарнейшие углы обзора. Я поставлю яркость на максимум и покажу вам картинки данного аппарата. То есть это действительно очень хорошее качество изображения. Яркие, сочные цвета, насыщенные, великолепные углы обзора. Цвета абсолютно не преломляются. Шикарная цветопередача. Ну, за экран я однозначно ставлю плюс, потому что экран очень классный, нет воздушной прослойки, OGS технология, а поэтому кажется, что изображение прямо ну, выскакивает из нашего дисплея. По поводу воспроизведения различных видео в смартфоне тоже это все без проблем. Сейчас покажу вам, как это работает. Работает смартфон как с Full HD разрешением видео, так и 720. Хочу отметить великолепный звук данной модели, как внешний звук, так и через наушники. Хватает это и громкости, хватает и низких частот, хватает и средних, и высоких. То есть по звуку я бы лично очень хотел бы пользоваться данным смартфоном, потому что воспроизводит музыку он просто шикарно. Перейдем к работе, автономной работе данного смартфона. Ни для кого не секрет, что аппараты на данной операционной системе практически все от Huawei укомплектовываются аккумулятором на 2000 мАч. Таким образом достигается примерно один и тот же уровень работы от аккумулятора. Я тестировал данную модель, данный аккумулятор в программке Antutu Tester. Сейчас покажу вам свои результаты, которые мне удалось увидеть. Значит, в Antutu Tester набирает данная модель 457 баллов. Это, в принципе, довольно-таки средний показатель. В игре, при максимальной загрузке, данная модель у меня продержалась 2 часа 46 минут на 10%. То есть, ну, до 3 часов бы данная модель протянула. Я считаю, что для такого уровня смартфона при толщине в 6 мм и аккумуляторе 2000 мАч, это шикарный показатель. Перейдем к производительности. Для всех очень важно, и я думаю, всех интересует, на что же способен данный процессор, который по всем интернетовским обзорам, он просто-напросто слабее, чем тот же MTK6589 и графический чип PowerVR. Тут графический чип Vivante. Ну, наверное, ни для кого не секрет, что данная модель будет показывать не такие хорошие результаты, но тем не менее, давайте посмотрим, как играют современные игры на данной модели.
Также я хотел продемонстрировать вам основные настройки, которые доступны при воспроизведении съемки. Модель имеет, во-первых, отличную вспышку. В принципе, вечером можно делать хорошие снимки, и довольно-таки ярко светит этот фонарик. В камере же есть у нас, во-первых, камера у нас на 8 мегапикселей задняя, на 5 мегапикселей фронтальная. Значит, есть вот такие вот настройки. Сейчас у нас выставлено на фото максимальное разрешение 8 мегапикселей. Есть функции автофокус в движении, улыбка, съемка нажатием, теги GPS. Также фронтальная камера у нас это один раз украшение эффект. Настройки. Это опять же улыбка, размер фотографии 5 мегапикселей. И формат видео, конечно же, это будет Full HD. Можно также снимать в формате 720p. Я обязательно сделаю видео и выложу на YouTube, чтобы вы могли посмотреть, как работает камера в данном устройстве. Работа GPS данной модели меня также порадовала. То, что я увидел в Antutu в GPS-тестере, это вот мгновенная ловля спутников. Словил он их быстро. И что интересно, вот эти вот квадратики, это значит, что он также имеет систему GLONASS. Это американская система, и можно этим тоже пользоваться. Это однозначно плюс данной модели. Что ж, можно подводить итог. Модель получилась действительно очень яркой. Супер дизайн. То есть по дизайну, кому не показывал данную модель, все просто в шоке от дизайна. Говорят, что телефон с большой буквы, что супер все клево сделано. Мне понравилась прошивка. Прошивка работает без глюков, довольно-таки шустро, быстро. Не понравилось то, что нельзя записывать кэш игр на карту памяти. То есть это, скорее всего, нужно заниматься, переназначать местами диски. Понравился мне аккумулятор. Шикарнейший экран у данной модели. Хорошая камера. Рабочий, нормально GPS. В комплекте есть вот такой вот интересный бампер, который очень удобно сидит на данном устройстве. Отлично работает у данной модели OTG функция, рабочие датчики движения, то есть быстро там принять вызов, приглушить звук. Это все мне очень понравилось. Из минусов, я вам скажу честно, если бы у данной модели были две симки, я бы себе данную модель приобрел, потому что для тех целей, которые выполняет мой личный телефон, эта модель подходит идеально. Возможно, даже белый цвет мне бы понравился больше. Но единственный минус я вижу в данной модели, это для меня, это отсутствие двух сим-карт. Здесь одна микросим. Для многих также может быть минусом то, что процессор все-таки не самый навороченный, не самый последний, который можно было бы придумать. Поэтому некоторые игры, конечно же, подтормаживают, но довольно-таки играбельны. На этом все. Спасибо за внимание. Я надеюсь, вам понравилось. Если что, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Я обязательно буду делать новые и новые видео для вас. Всего доброго!